Сегодня в России отмечают День образования войск Национальной гвардии. Этой дате в отечественном календаре было посвящено прошедшее в региональном управлении Росгвардии мероприятие. Подразделения, поздравления и слова благодарности принимали сегодня росгвардейцы от руководства Карачаево-Черкесии, главы республики Рашида Тимрезова и спикера парламента Александра Иванова. Артур Мхцес, праздничного построения. На этом мемориальном сооружении имена погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников Национальной гвардии и правоохранительных органов региона. О каждом из них в день 213-й годовщины образования структуры вспомнили действующие росгвардейцы и представители власти в республике. Выступавшие перед личным составом управления отмечали вклад сотрудников ведомства в обеспечение безопасности и правопорядка, причем не только на территории нашего региона. Уверен, что сотрудники управления, как всегда, будут реагировать оперативно и своевременно. От всех жителей нашей республики, от себя лично, я благодарю весь личный состав управления за доблесть, мужество и профессионализм, обеспечивающий высокий уровень поддержания стабильности, правопорядка и безопасности, как в нашей республике, так и в целом на территории нашей Родины, Российской Федерации. Я благодарю весь личный состав за доблесть, мужество, профессионализм и мастерство, обеспечивающие высокий уровень поддержания стабильности, правопорядка и безопасности. Также выражаю самые теплые слова признательности родным и близким, которые вместе с нами разделяют все тяготы нелегкой профессии. В этот день ведомственными наградами и благодарственными письмами был отмечен вклад представителей ряда подразделений Росгвардии в обеспечение правопорядка и безопасности населения. А чуть позже Рашид Тимрезов встретился с вдовами сотрудников ведомства, погибших при исполнении задач по защите населения новых российских регионов. Артур Мхцемиха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.